Новую лабораторию с современным оборудованием открыли на кафедре ЮНЕСКО в Новосибирском государственном строительном университете. На установках уже работают студенты. Они готовятся к преддипломной практике. Чем полезны новые приборы, узнала Анна Братушкина. Больше английского языка, возможности и работа с самым современным оборудованием. Так Елизавета объясняет, почему учится именно на кафедре ЮНЕСКО архитектурно-строительного университета. Мы надеемся, что нам преддипломной практикой еще удастся поработать и использовать эти установки в наших экспериментах. Мы очень рады, что выбрали данное направление, так как раскрывает горизонты для нас, для студентов, для молодых поколений. На это направление магистратуры могут поступить почти все бакалавры вуза. Кафедра междисциплинарная. В новой лаборатории студенты работают на нескольких современных установках по очистке воды. Это экспериментальная установка очистных сооружений канализации. Здесь сточные жидкости чистятся от азота и фосфора. И только потом их сбрасывают в водоемы. Так природные воды не загрязняются. Кроме того, здесь есть оборудование по очистке промышленных стоков. Современная установка безопасна для окружающей среды. Есть прибор и для очистки природных вод, поверхностных и подземных. Так готовят питьевую воду. Преподаватели не сомневаются, знания их выпускников будут полезны в разных сферах. Общаются с зарубежными нашими партнерами, сверстниками, с другими кафедрами ЮНЕСКО. И, соответственно, этот международный опыт дает возможность им в своих проектах, дипломных, ну и в дальнейшей работе использовать этот опыт на благо и защиты охраны окружающей среды и развития технологий в России. Преподаватели кафедры уверены, новая лаборатория станет международной площадкой для обучения новых специалистов. Анна Братушкина и Денис Савинский, Новосибирские новости.